сопи. Да, все, сопи. Машина потом. Да? Она не взорвется? Не может взорваться. Вообще, гараж сейчас там доме. Поехали. Машина там, да? Смотри, взорвется она. Шоке. Но не пахнет? Нет? А? Машина там? Взорваться не может? Она, по-моему, уже взрывалась. Взрывалась уже? И взрывы были. Нет? Да? Ну, вот они стоят вдвоем. Взрывалась, прикинь, уже машина. Осторожно надо. Хватит, хватит. Что там за машина? А? Что за машина? Что? Там машина. А, нет? Нет, там машина. Взорвалась. Вот он там, где я пойду, спрошу. Быстрее, быстрее, быстрее! Балда! Отойди! Отойди! Не-не-не! Для вас, для внутреннего пользования. Охренеть! Психологическая помощь нужна. Конечно, мы первые на первом. Волгоград 1. А снимает Волгоград 1. То есть просто дым повалил, да, из гаража и... Как случилось, что вы узнали пожар? Соседи стали кричать, стучать, мы открыли. Да. А, соседи увидели дым? Да, да, да. У нас шторки закрыты, мы не видели ничего. Паш! И вы просто вызвали, СМТ, да? Как называется? Дзержинец. Дзержинец, да. То есть дым просто увидели соседи, позвали вас, вы вызвали пожарных, правильно? Да, 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 да. Все так произошло. А машина в порядке была?
После капремонта вообще целое. Шурыкина сколько здесь? Да вы что? А? Адрес какой? Шурыкина 119-48-34. 119 дробь? Дробь 48. А может медиков это оставить? Может ей успокоительное? Может медиков... Может медиков не отпускать еще, а то человек плохо. Они уехали? А-а-а. Все, ребят? Там поднимается от воды. Ты мое чудо. Это такой классный бедный, у него шок. Собаку, спасли. Пес, тебя спасли. Смотри, какой счастливый. Он радуется, что его спасли. Да он в шоке, вторая жизнь. Это он в гараже был, да? Нет, да. Рядом был. Там, с той стороны. Да. Какой еще надо его сегодня накормить? Накормить, мой хороший, хорошо. Спасли собаку. Кайф. Спасли, как он радуется. Бля. Работало 2 часа на дороге.